Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Адреналин день еда. О, жесткий бы. Пигарят там хавал. А, вот киммер бастарда на диву. Олег, хрень на ганне на он. Сам хавал на балушки. Так, что там у нас жерлица покажет. Потихоньку начал отплывать. Пусть заглотит, наверное, получит, да? Сейчас подсекем. Ага, есть. Есть подсечка. Оу, черт. А, нет, есть. Не сошел. Идет. Идет, потихоньку. Потихоньку мы его сейчас подведем. О, ёпт, сорвался. Видите, как все. Что это, интересно? Надо было ждать, пока заглотит. Хотя ничего. Верёвку. Я нах тоже. Пусенький лялях полонцеп. А, табуру хоть да ватал. Так, обухован. Картель. О, как он. О, бургус. О, сэддер. О, он же вес полбатах. Болох в упор, когда корень тролл. Иди, иди. О, ханхандер. Я бы тут сохан. Запись тату, хобату, запись. Рекорд тем бардагал. Сейчас, а то умереть. А то умереть. Только коленки сидели бы, да? Наглец, а? Кирин корень, да? Кирин корень. Надо баллорить. О, это не идет. Было не идет. Ты видишь меня? Ты хорят там, ты хорят ветер дам не так. Живее солоди было. Тут полботах то и лох на дном ходит. Ага, вот дюна ходит. Костер, да, что это говорил, да? Явно гигайбыч. Манна. Блеснаты идем баран тугерикова. Эй, надя. Дя, видя. Фильбек или не уеб деньги? Алыхарабас уеб бы. Уем ба алыхары? Алыхарабас уеб бы. Алыхарабас уеб бы.
за коробить-то. Чего он уже концерт уже дышал? Он под углом. Да, под углом, да. Говорит тут. Так, на чем мы там остановились? Да, вспомнил. Продолжаем таскать окуней. Ага, есть. Поклевочка. Мужики приходили, поговорили мы с ними. Немножко чая попили. Дело в том, что они, оказывается, на блесне там сидят все оба. И у них вяло берет. Но мы с вами блесну уже испытали. Это вы, наверное, не увидели, когда я их испытывал. Потому что я их не вмонтировал. Маленького окушка поймать нужен мелкий для жерлицы. Эти все крупноватые. Латочки светло стало. Тепло, светло. Куда-то весь окунь делся. Подозрительно так. Крупная щука, что ли, подошла. Так, давайте попробуем на блесну. Что-то мне закралось подозрение. Меня терзают смутные сомнения. Светлана Борисовна, в бой! Смотри, как упали. На Светлану Борисовну
даже позарился. Какой агрессор, а? Блесна с неуростом, размером почти. Ой, это кто? Она даже не успела опуститься. Ват. Окунь. Так, значит, на мормышку переходим. Есть окушок. Жерлица что-то дернулась. Аж на кивок улетел.
такой, такой. Кушок. Горбач. Здоровущий. Ну есть, нет, пошел. Бач идет очередной. Есть поклевка. Горбач.
есть засек. Засечка. Развернулся в лунке все-таки. Ну, значит, мелковато, раз развернулся. И ушел. Не наш клиент. О, хороший горбач взял. Вообще неплохой. Вообще хороший горбач. Попался. Какой большой, а? Самый крупный вот среди всех остальных. Еще один горбач. Такой же неплохой. Тут покрупнее, конечно. Горбач идет. Неплохой. Неплохой горбач, неплохой. Совсем неплохой. Ого, здоровый. Вообще. Кое-как леска даже его выдержала. Вот такой горбач. Можно взвесить ради интереса. Давайте взвесим.
Сейчас я его сначала угомоню. Так, взвешиваю. Почти кило. 975 грамм. Вот столько весит. Продолжим дальше рыбалку. Ой, не это. Никак-то не так подсек. Еще один горбач. Тоже неплохой такой горбачок. Еще один подобие того. Удочку чуть не сломал. Жерлица что-то дергается, стоит. Такие здоровые. Куня подошли, видать. А нет, щука подошла, кажись, взяла. Что-то жерлица. Большой кусок. Да и к тому же он ушел. Сорвался. Сорванец. Опять такой же небольшой. Пытается взять.
засек. Вот теперь есть подсечка. Теперь-то он наш. Есть засечка. О, наконец-то. Почти жерличный, а. Еще вот чуть-чуть поменьше. Ну, идеальный просто был бы. Потому что здесь крупных щук нету особо. Больших. Тоже такой небольшой окушок. Да стой ты. Узбогойся. Мы, ребят, никаких прикормок не используем, поэтому не верьте во всякую чушь, что показывают по интернету, да и не работают они тут. Ушел такой, ну, неплохой. Кушок. Есть, засекся. Вот этот хороший засекся. Вот трофейный окунь. О, неплохой. Походу он, слушай, он даже не помещается, по-моему. Нет, вошел, смотри-ка. И это даже, кажется, не окунь. Небольшой щуренок.